Приветствую вас, уважаемые зрители. Сегодня 28 ноября, последний день рабочей недели, пятница. В студии громадського телебачення Донеччини Сергей Горбатенко. И в прямом эфире выпуск новостей Донбасса. Итак, миссия ОБСЕ фиксирует ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины. Об этом заявил спикер миссии Майкл Бацюркев. В частности, он отметил следующее. Нашим наблюдателям сказали, что вооруженные группы конфискуют гуманитарную помощь, которая предоставляется в Алчевск. Каждый день мы наблюдаем там ухудшение гуманитарной ситуации. И далее о санкциях. Санкции против России не отменят до освобождения Крыма. Об этом заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Он, в частности, подчеркнул. Мы с Меркель говорили на эту тему, и я ей сказал, что недавно прозвучало мнение, что санкции могут быть ослаблены и даже прекращены, если российская сторона или те формирования, которые действуют в Луганской и Донецкой областях, будут соблюдать Минские соглашения. Меркель заверила, что пока не будут освобождены все оккупированные территории, санкции прекращаться не будут. Это были слова Мустафы Джемилева, который цитировал разговор с Ангелой Меркель. Итак, переходим к событиям в зоне антитеррористической операции. За прошедшие сутки погиб один украинский военный, и еще трое получили ранения. Об этом заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. Подвели печальные итоги антитеррористической операции и украинские пограничники. В частности, с начала АТО погибли 62 пограничника. Но, несмотря на потери, пограничная служба продолжает нести свой нелегкий труд и задерживать диверсантов. Основных результатов службовой деятельности у смузи безпеки вздовж линии бойових зіткнень. Так, лише за останні два місяці, коли ми туди вийшли, нами затримано 40 осіб, які брали активну участь у діяльності незаконних збройних формувань. Вилучено понад 6 тисяч боєприпасів різних видів, у тому числі і постріли для гранатометів, 253 бойові гранати і інші. Виявлено декілька сотень тонн товарів і вантажів, що переміщувалися без відповідних товаросупроводних документів. А далі в нашому ефірі сводка событий в зоні антитерористичної операції на утро п'ятниці від спікера Олексія Дмитрашковського. Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції відзначилась пожвавленням з боку терористів та російських найманців. Обліковано 47 спроб атакувати позиції сил АТО. Жодна з них не увінчалась успіхом. Усі намагання фанатів руського міру продемонструвати свою брутальність отримали гідну відсіч від українських воїнів. Справжньою кісткою в горлі для терористів залишається позиція наших військ в районі аеропорту Донецьк. Активна оборона наших кіборгів змушує ворога істерично кидатися у наступ, застосовувати мінометний артилерійський вогонь та реактивну артилерію. Кожен такий напад отримує гідну збройну відсіч. Зокрема, поблизу населеного пункту Нікішина бойовики тричі робили спроби штурмувати укріплення позицій наших військ. Українські воїни зустрічали непроханих гостей вогнем з усіх наявних стволів при активній підтримці артилерії. Ворог втік з поля бою. Сепаратисти та російські найманці постійно скаржаться своїм російським хазяйвам на свою неспроможність. Від люті через неможливість розхитати оборону сил АТО терористи гатять з усіх стволів по мирним містам та селам. За добу на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 13 обстрілів населених пунктів. На Луганщині по населеним пунктам Артема, Трьохізбьонка, Макарове, Станічно-Луганське, Щастя, Верхня Вільхова, Гаївка, Вільхове, Причепиловка. На Донецькому та Дебальцевському напрямках населені пункти Пєски, Славне, Новомихайлівка, Березове, Опитне, Тоненьке, Мар'їнка, Веселе, Новобахмутовка, Троїцьке, Нікішино, Артемово, Шуми, Орлово-Іванівка, Кам'янка. 4 цивільних особи отримали поранення в результаті обстрілу ЗГС населеного пункту Станиця Луганська з боку міста Луганськ. З метою захисту життя та здоров'я мирного населення від провокацій терористів українські гармаші виконали за добу 29 вогневих ударів. Інформація про втрати живої сили та техніки ворога уточнюється. Влучну стрільбу продемонстрували бойові розрахунки зенітників сил АТО.
В одному з секторів відповідальності сил АТО українські воїни вправним пострілом із ЗУ-23 позбавили зору повітряну розвідку при спробі прольоту над нашими позиціями. И о ситуации в Донецке. Ночь в шахтерской столице прошла без активных боевых действий. Об этом сообщает сайт городского головы Лукьянченко. Но в результате вчерашних обстрелов пострадал Донецкий горводоканал, который расположен по улице Щорса, 110. Снаряды повредили здание, к счастью, жертв нет. Также дончане, пользователи соцсетей сообщают, что сегодня в результате попадания снаряда пострадал хлебозавод. И в продолжении донецких новостей. 27-летняя дончанка повторила подвиг Павлика Морозова. Она сдала своих родителей боевикам ДНР. Об этом сообщается в сводке Министерства внутренних дел Украины. Далее цитирую сводку. В милицию поступило сообщение о том, что в городе Донецке террористы вступили в преступный сговор с 27-летней местной жительницей, направленный на похищение ее родителей. И с применением физической силы против воли супругов насильно вывели их из квартиры и увезли в неизвестном направлении. По факту похищения людей возбуждено уголовное дело. И теперь к новостям в Мариуполе. Долги по зарплате в этом городе достигли 45 миллионов гривен. Самые большие долги у предприятий Ильичевского, Приморского, Жовтневого и Орджоникидзевского районов. Наиболее задолжали своим работникам те предприятия, которые находятся под управлением «Азовстали». И теперь к новостям из Авдеевки. Город Авдеевка расположен в 7 километрах от Донецкого аэропорта. Он остается одной из самых горячих точек зоны антитеррористической операции. У нас есть видео військового телебачення Украины о том, как живет Авдеевка под обстрелами. Тоже бахает так, как я на заводе работаю, так как вот такое впечатление, что тут сидишь, не знаешь, куда тебя деть. Мир нам надо. Правильно, вы людей не увидите, потому что все прячутся. Дети рождаются маленькие, в подвалах сидят. БЦЖ, витамины этих, прививок нет. Но остался жив. Я отсюда снял, я оттуда. ДНРовские стрельбы части, несмотря ни на что, вроде бы и дислокации войск нет в городе, кроме блокпоста, который видели. В принципе, войск в городе нет. Но вот обстрелы происходят по жилым домам бессистемно. В основном Напомню, это было видео из военной Авдеевки. Ну а мы двигаемся далее. Итак, служба безопасности Украины задержала так называемого министра юстиции ДНР. Об этом сообщает сразу ряд информационных агентств.
Этот человек со своим подельником собирал информацию об украинских военных и передавал ее вооруженным боевикам. Однако в Донецкой Народной Республике уже опровергли эту информацию. Пресс-служба самопровозглашенной республики выступила с заявлением. Я позволю себе зацитировать несколько строчек из него. Министр юстиции ДНР сейчас Катерина Филиппова. Она продолжает свою работу. О каком мужчине в этом случае идет речь, неизвестно. Это было заявление пресс-службы ДНР. И еще про одно задержание. Силовики высадили из автобуса Мариуполь-Донецк женщину и выяснили, что эта женщина оказалась снайпером ДНР. Теперь ее передали службе безопасности Украины. И о России. Российские военные предоставили очередное доказательство того, что они воюют не просто в Украине, а конкретно в Донецке. Давайте посмотрим. Мам, пап, привет. Передаю всему городу Омск. Привет большой. Всем, кого я знаю. Жив, здоров. Нахожусь в городе Донецк. Ну что, нормально. Скоро вернусь, ждите. Дорогие родители, простите меня, что не послушал вас. Братья тоже простите, сестры. Понимаю, что здесь полный абздац. Ну, ждите, вернемся, живыми. Ждите главное. Самое главное, ждите. Верьте в нас. Вот такое интересное видео из Донецка. А тем временем в Донецкой Народной Республике предложили населению сдать оружие. Они говорят, даже если ваше оружие зарегистрировано, ну, естественно, по украинским законам, все равно сдайте его, чтобы избежать конфликтов. У нас есть фрагмент видео. Мы принимаем достаточно большое количество заявлений от граждан нашего города и области, которые говорят о том, что в дом приходят представители, скажем так, и армии, и внутренних войск, то есть МВД, и требуют отдать оружие, полученное с помощью разрешительной системы еще при украинской власти. Хочу всем заявить, что это незаконное требование, и эти люди это оружие отдавать не должны. Оно может быть как нарезным, так и гладкоствольным. Отдавать его они не должны. Поэтому у нас есть предложение от руководства, по которому мы предлагаем этим людям, имеющим оружие, дабы во избежание такого конфликта, прийти и сдать его под расписку. На временное хранение принимается как само оружие, так и боеприпасы. Руководство военной полиции гарантирует, что оружие не будет использоваться и будет закрыто для доступа. Подобное разоружение проводится для предотвращения конфликтных ситуаций, безопасности владельцев и окружающих людей. Мы гарантируем, что этим оружием пользоваться никто не будет. Армия имеет достаточно средств для вооружения своих бойцов. У нас уже есть эти случаи, когда люди приходят и сдают оружие. Мы берем их под сохранное хранение, выдаем людям официальный документ. И после окончания ситуации, которую мы имеем сейчас, все оружие будет выдано своим законным. Боевики Луганской Народной Республики в Первомайске, прошу прощения, и Ирмина выдали бюджетникам по 150 фальшивых гривен. Об этом заявляет губернатор Луганщины Геннадий Москаль. По его словам, деньги выглядели слишком новыми, поэтому их взяли и проверили в магазине. Естественно, они оказались фальшивыми и не содержали никаких водяных знаков абсолютно. И далее к новостям из России. Российские коммунисты предлагают узаконить российских наемников, которые воюют на стороне террористов в Украине. С такой инициативой выступил, в частности, Вячеслав Тетёкин. Он предложил, что в случае принятия закона льготы участников боевых действий будут распространяться на добровольцев, которые поддерживают сепаратистов и самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Автор законопроекта оценил количество этих добровольцев в 30 тысяч человек. И к новостям из Славянска. В этом городе Национальная гвардия Украины раздавала с БТРа открытки, патриотические наклейки и детские игрушки. Напомним, до этого БТР уже дважды побывал на центральной площади этого города. В те разы он выступал как музыкальная шкатулка. Из него раздавались патриотические украинские песни. И вот на этой положительной новости мы хотим закончить выпуск новостей Донбасса.
Я напомню, что мы выходим в эфир исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Как нас поддержать, вы можете узнать, зайдя на сайт громадской.dn.ua. На сегодня это все новости, но не переключайтесь, впереди еще много интересного.